Всего 4 команды остались в кубке, и сегодня матч полуфинала. Отличный футбол нас ждет. Вы увидите всю прелесть футбола только на канале EA Sports. Полуфинал Кубка Америки. И сегодня этот матч комментируем мы, Георгий Черданцев и Константин Генч. Даже представить не могу, что ожидать сегодня от горячих латиноамериканских парней. Но хорошую, качественную игру мы с вами вправе. Игра началась. Совсем скоро мы узнаем, какая из команд выйдет в финал Кубка. Команды прошли долгий путь до этого матча. Игроки понимают, что следующая остановка – это уже финал. А там и до трофея недалеко. Поэтому сегодня будет настоящий кубковый футбол без компромиссов. Состав сборной Аргентины сегодня. А почему, кстати, ложная девятка, а не десятка? Потому что десятка – это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка – это тот, который атаки завершает. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Самый простой и надежный. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Николас Отаменди. Агуэр. Игуаи. Терпеливо ждут они своего шанса. Арангес. Грубоватый, по-моему, отбор был. А судья-то решил прибрать игру к своим рукам с первых минут. Свистит нарушение. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало. И теперь обе команды осознают, что сегодняшний футбол должен быть предельно аккуратным. Ну и, наверное, не только сегодняшний. Мяч перешел к другой команде. Видаль. Итак, турнир вошел в полуфинальную стадию. И уже можно начинать делать осторожные прогнозы относительно претендента на трофей. Действительно, среди 4 оставшихся команд можно выделить фаворитов. Но в любом случае уже скоро сама игра расставит все по своим местам. Месси. Николас Гайта. Дибал. Все правильно, выбит мяч у штрафной. Серхио Агуэр. Николас Гайтан. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда за такую грубую игру можно и желтую получить. Это желтая, все по делу.
Грамотный пас, все по делу. Серхио Агуэро. Месси. Пауло Дибала. Дибала, хорош, гол! Слушай, а я думал, эта нога у него вообще только для ходьбы. Знаешь, я тоже, честно говоря, так думал, но ну, сколько нам открыть и чудо. Аргентинцы вышли вперед, а игра возобновляется с центра поля. Арангес. Алексис Санчес. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. И есть поддержка у этой атаки. Игуаи. Билья. Николас Гайтан. Гонсало Игуаи. Можно сделать навес. Лионель Месси. Агуэро. Дибала. Гонсало Игуаи. Так, это совсем не точно. Алексис Санчес. Видаль. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Игуаи. И у соперника теперь мяч. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Арангес. Навес не получился. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. Отамень. Все верно. Края надо чаще задействовать. Есть хороший адрес для передачи. Лукас Билья. Николас Гайтан. Месси. Навешивать надо. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Ну а потом скажут комментатор. Сглазил, и они из-за этого потеряли. Агуэро! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. Оказалось бы, Георгий, да, все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную. Но как исполнено, а? Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился. Разыграли стандарт, они действительно грамотно. Арангес. Алексис Санчес. Из аута будет вводить мяч в игру Аргентина. Гонсало Игуаи. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Серхио Агуэро. И буквально подарил мяч сопернику. Очередной точный пас в его исполнении. Санчес. Чарли Саран. Да! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Арбитр назначает угловой. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. И навес чуть назад. Блокирует удар игрок. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Николас Отаменди. Лукас Билья. Серхио Агуэро. Гонсало Игуаи. Агуэро. Серхио Агуэро.
Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Арангис. Подача. Чей мяч будет? Это Корабль. Эзекиэль Гарай. Пауло Дибало. Месси. Николас Кайтан. Пауло Дибало! Да, после такого тайма главное не думать команде о том, что она уже в финале. Думать с тобой помним, что история футбола знает мощные камбэки. Как знать, может, и сегодня увидим. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас. Второй тайм полуфинального матча Кубка начался. На кону выход в финал, и нужно рисковать обеим командам. Второго шанса уже не будет. Серхио Агуэро. Месси. Пилья. Пауло Дибало. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. И подача туда, в сторону ворот. Вынос, мяч не задержался в штрафной. У меня вопрос об Агуэро. Как он тебе сегодня? В первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться, и его команда выигрывает счет. И во втором тайме надо продолжать в том же духе. Аргентина атакует флангом, и там есть свободная зона. И этот пас ждет Агуэро. Выбивает вратарь мяч после навеса. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Игуаин. Пауло Дибало. Лукас Билья. Николас Тальяфик. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. И пробил. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Двойная замена от наставника одной из команд. Мяч летит в центр штрафной. Удар. Точно. Федерико Фаси. 30 минут играть осталось. Лионель Месси. Николас Тальяфик. Невнятный пас получился, и мяч уходит за боковую. Эрнандес. Эдуардо Варгас. Санчес. Ближней штанге навес. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота, а жаль, было бы весело. Санчес. Эдуардо Варгас. Увидел открывание впереди, делает передачу. Прекрасный гол! Ну что, интрига у нас в матче обострилась. Команда, которая недавно уступала очень серьезно, теперь почти вплотную подобралась к лидеру. Да, получается так, что догоняющего чуть-чуть легче.
Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Николас Гайтан. Николас Тольятти. Николас Гайтан. Лукас Билли. Серхио Агуэр. Пауло Дибал. Гонсало Игуаин. Мяч опять у Дибалы. Гайтан. И Месси! Свисток арбитра угловой. Вполне логичная замена. Команде нужно добавить опора, страсти, скорость. В центр штрафну. Адаменди! Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, угловой. Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Пауло Дибал. Агуэро. Тут может что-то получиться. Агуэро. Угловой. И это шанс упрочить преимущество. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Отомень. Серхио Агуэро. Пауло Дибала. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Эрнандес. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Даже углового не будет после этой атаки. Удар от ворот. Пауло Дибала сегодня играет великолепно. Прекрасный матч проводит. Действительно, он очень активен сегодня и часто бьет по воротам. Посмотрите, сколько было ударов в его исполнении. Именно так и должен играть нападающий. Бить и забивать. Гонсало Игуаин. Агуэр. Николас Гайтан. Вот как должна работать защита. Будут вбрасывать мяч за боковой. Эрнандес. Арангис. Артуро Видаль. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Хорошо мяч перехватили в атаке. Алексис Санчес. Не дойдет пас Игуаина до партнера. Соперник перехватил этот пас. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Желтая карточка. Все по делу. Это фол. И нечего спорить. Судья был рядом. Он все видел. Грамотно разобрался в эпизоде. Не получился отбор, и это фол. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Неудачный навес, вратарь без проблем забирает мяч. Николас Тольятти. Николас Гайтан. Серхио Агуэр. Судья решил добавить 3 минуты. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Лионель Месси. Агуэр. Агуэро. Вот это спасение. Свисток арбитра угловой. Мяч летит в центр штрафной. Да, шанс был 100% с такой-то дистанции. На тренере просто нет лица. Нельзя, конечно, разбрасываться такими возможностями. Агуэро, видимо, будет пытаться от... Это победа! Это заявка на кубок. Но о триумфе говорить пока рано. Впереди финал. Да, и поэтому пока радость достаточно сдержанная. Но ведь выиграли же! Думаю, можно поздравить их со сложенным результатом. Он сегодня провел выдающийся.
Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.